Давным-давно в далекой стране жила-была прекрасная принцесса по имени Рапунцель. Ведьма Камила заточила ее в высокой темной башне и не позволяла ей выходить одной. Однажды Камила пришла к подножию башни с рыбой в аквариум. Рапунцель, я пришла. Распусти свои золотые волосы, и я поднимусь. Рапунцель сбросила ей косу, чтобы ведьма могла взобраться на башню. Но с аквариумом в руках ей было сложно это сделать. Рапунцель, подержи эту рыбу. Рапунцель взяла рыбу из рук ведьмы. О, какая милая рыбка! Правда, рыбка была очень симпатичной, но она как-то странно и беспокойно себя вела. Послушай, Рапунцель, никогда не выставляй эту рыбу на солнечный свет. Почему? Я наказала ее очень сильным заклинанием. Но что тебе сделала эта рыба? Это ядовитая рыба, Рапунцель. Она может отравить и тебя, и меня. Не подходи к ней близко. Ведьма вернулась в лес, соскользнув по волосам Рапунцель на землю. А девушка не могла оторваться от рыбки. Бедненькая, похоже, мы с тобой товарищи по несчастью. Это я, Рапунцель... Это принц Роб. Что? Принц Роб рассказал, как Камила поймала его, когда он тайком пытался взобраться на башню. И когда он сказал ей, что пришел спасти Рапунцель, ведьма превратила его в рыбу. Я не могу поверить своим глазам и ушам. Чары может разрушить солнечный свет. Подвинь меня к окну. Рапунцель взяла аквариум с рыбой и поставила его у окна. Когда яркие лучи солнца осветили рыбу, злые чары были разрушены. На ее месте появился принц. Ах, Рапунцель, ты спасла мне жизнь. Но в тот самый момент Рапунцель заметила, что к башне приближается ведьма Камила. О нет, Камила идет. Что мы будем делать, Рапунцель? Мы здесь взаперти. У меня есть идея. Рапунцель, я здесь. Распусти свои золотые волосы. Как обычно, Рапунцель сбросила свою косу, а Камила начала карабкаться по ней вверх. Рапунцель, зачем ты ее поднимаешь? У нас нет выбора, но не бойся, я вытащу нас. Когда ведьма поднялась достаточно высоко, Рапунцель стала раскачивать свою косу взад и вперед. Затем она подняла волосы и... О, нет! Не надо, Рапунцель! Что? Что? Что ты делаешь? Что? Нет! Злая ведьма зацепилась за верхушку самого высокого дерева. Далеко-далеко от башни. Фу! Как мне теперь отсюда выбраться? А теперь уходим. Принц Роб и Рапунцель спустились вниз, держась за крепкие волосы девушки. Когда оба они, наконец, оказались на земле, принц громко присвистнул, и издалека к ним прибежал его белый конь. Принц и Рапунцель, наконец, были свободны. Они отправились во дворец и жили в нем долго и счастливо. Рапунцель и гигантское яйцо с сюрпризом.
Давным-давно в далекой-далекой стране жила длинноволосая принцесса по имени Рапунцель. Как-то раз она отправилась на прогулку в лес и не увидела там ни одной птицы на ветвях, ни одного зайца в кустах, ни газели у озера, ни льва, ни тигра. Как будто бы все животные вымерли. Я никогда раньше не видела леса таким пустым, Клэпси. Рапунцель, я тоже. Смотри, даже бананы все до единого висят на своих местах. Обезьяны не съели их. Внезапно с неба прямо перед Рапунцель упало гигантское яйцо. Что происходит? Что это такое? Это же огромное яйцо? Рапунцель и ее подруга Клэпси подошли поближе к гигантскому яйцу и присмотрелись. Им было очень любопытно, кто находится внутри. А яйцо начало двигаться из стороны в сторону. Рапунцель подумала, что если держать гигантское яйцо в тепле, то из него обязательно кто-нибудь вылупится, и обернула его своими длинными волосами. Но гигантское яйцо внезапно отпрыгнуло в сторону. Рапунцель очень удивилась, но решила не отставать и пошла за ним. Внутри яйца определенно кто-то есть, Клэпси, иначе оно не могло бы так шевелиться. Рапунцель подошла к гигантскому яйцу, бросила на него свои золотистые длинные волосы и укутала. Огромное яйцо становилось все горячее и горячее, и, наконец-то, на нем появились трещины. Вдруг оттуда выскочил огромный слон, медведь и лошадь. А как слон, медведь и лошадь могли оказаться в яйце? Смотри, Рапунцель, еще одно яйцо. Еще одно большое яйцо выкатилось из треснувшей скорлупы. Оно качнулось влево и вправо и тоже отпрыгнуло дальше. Рапунцель бросилась его догонять. Вскоре и это яйцо треснуло. И из него выскочили лев с длинной мохнатой гривой, полосатый тигр и черная, как смоль, пума. О нет! Это же все животные, которые живут в лесу! Должно быть, тут замешана какая-то злая сила! Но тут появилось еще одно яйцо. Оно качнулось в разные стороны, как и другие, и отпрыгнула на этот раз на берег лесного озера. Рапунцель бросилась следом, чтобы помочь. Из треснувшего яйца выскочили крокодил и две утки. Все потерянные обитатели леса в яйцах, Клэпси! Тем временем очередное яйцо качнулось в разные стороны и попрыгало вперед. Рапунцель снова побежала за ним и коснулась его своими теплыми руками. Яйцо согрелось, раскололось и треснуло. Из него выскочили обезьяна, белка и кролик. И, конечно, вместе с ними появилось еще одно яйцо. Это яйцо тоже качнулось влево и вправо, и запрыгнула на ветку дерева. Рапунцель подняла свои длинные волосы и бросила их на ветви, чтобы согреть яйцо. На этот раз из маленького яйца, которое треснуло прямо на дереве, выпорхнули все виды птиц. Посмотри на это, Рапунцель! Даже птицы оказались в ловушке внутри яйца. На самой макушке дерева осталось только крошечное яичко. Оно было настолько махоньким, что не удержалось и упало на землю. Яйцо полетело и вот-вот бы разбилось, но Рапунцель поймала его в воздухе. О, мы спасли его! Давай согреем тебе яичко. Посмотрим, кто из тебя вылупится на этот раз.
В руках Рапунцель яйцо треснуло, и из него выскочили гусеница, муравей и саранча. Очередное, совсем уже миниатюрное яйцо из яйца Рапунцель поднесла к губам, чтобы согреть его своим дыханием. Яйцо становилось все теплее, теплее, и, наконец, тоже растрескалось. Рапунцель ждала, что из него кто-то появится, но никакие животные или насекомые не выходили. Это все? Я думаю, из этого яйца ничего не выйдет. И вдруг из последнего яйца вылетела крохотная, как муха, злая ведьма Камила. Рапунцель! Берегись, Рапунцель, это ведьма Камила! Сейчас я залезу под корни твоих волос и достану их все по одному! Несмотря на то, что Рапунцель пыталась прикрыть голову руками, злая ведьма Камила сумела пробраться сквозь ее волосы. Сейчас я налью сюда свое волшебное зелье, и все будет кончено. Как раз в тот момент, когда Камила собиралась налить зелье, Клэпси бросилась и поймала ее. Затем она вытащила ведьму из волос Рапунцель и отшвырнула подальше. Но даже это не остановило злодейку. Ты не можешь убежать от меня, Рапунцель! С помощью специального заклинания она сразу же вернулась. Беги, Рапунцель, беги! Рапунцель пыталась убежать от ведьмы изо всех сил, но та преследовала ее верхом на метле. Привет, привет, дорогая! Отдай мне свои золотые волосы, Рапунцель! Рапунцель бежала так быстро, что потеряла равновесие и упала на землю. Камила уже настигала и хотела было схватить ее, но вдруг, откуда ни возьмись, на нее налегла огромная тень. Дракон? Друг Рапунцель, дракон Драда, оказался рядом в тот самый момент, чтобы помочь принцессе. Но не только он, а и все животные, которых спасла девушка, бросились выручать ее из беды. Когда ведьма Камила увидела такое количество диких животных, преграждающих ей путь, она села на свою метлу и в страхе унеслась прочь. Лучшие друзья Рапунцель и лесные звери, которых она спасла из заточения в гигантском яйце, обещали защищать ее всегда, и что бы ни случилось. А добрая принцесса и без того всегда оберегала жизнь цветов, насекомых, деревьев, животных и людей. Золушка и три ведьмы. Давным-давно в далекой стране жила-была волшебница по имени Зена. Она считала себя самым могущественным магом, который когда-либо существовал на Земле. Но когда фея Лиабел разрушила заклинание Зены, та поняла, что ее магия ослабла. Она использовала свои чары, чтобы призвать магов и ведьм и объединить силы. Волшебники и ведьмы со всего света, явитесь ко мне, где бы вы ни были. Ага, продолжай. Дай мне знак. Первой, кто откликнулась на зов Зены, была злая ведьма Хелла. Затем к ней присоединилась Вега из подводного мира. И вот они вместе стали строить коварные планы. Хелла сказала, что хочет уничтожить красоту Белоснежки, а Вега мечтала стать владычицей всего подводного царства вместо русалки Арии. Мы должны выиграть войну против принцесс!
Но мы начнем с Золушки, а потом возьмемся за Белоснежку. Ай, русалочка! Так трое ведьм злорадно хохотали. Тем временем, в одно прекрасное утро, Золушка проснулась со своими маленькими друзьями. Rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines. Как ты прекрасна, моя принцесса! Но прежде чем она успела ответить, земля задрожала у них под ногами. Деревья зашатались, и казалось, что они вот-вот упадут. Друг Золушки, белый голубь, спеша подлетел к ней. Чи-ч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 и! Что здесь происходит? Пожалуйста, белый голубь, позови на помощь! Тогда белый голубь полетел в океан в подводное царство с письмом. Что происходит? Нет, нет, замок, мой принц, смотрите, замок падает! Замок начал таять на глазах. Он вот-вот должен был исчезнуть с лица земли. Это было делом рук злых волшебниц. Зена, Хелла и Вега заколдовали замок с помощью своих хрустальных шаров. Они думали, что теперь стали непобедимы. И как только замок рухнет, исчезнешь! Замок рушится, рушится! Когда Золушка и принц Лео убежали из замка, пошел дождь. Они укрылись под ореховым деревом. Это ореховое дерево! Значит, мы можем вызвать Леобелл! Золушка положила руку на ореховое дерево, закрыла глаза и позвала добрую фею Леобелл. Леобелл, Леобелл, помоги нам разрушить злые чары! Когда Леобелл услышала голос Золушки, то появилась под деревом. С помощью своей волшебной палочки она решила узнать, что происходит. О, ты это видела? Ведьмы в дереве! О нет, Золушка, это все три могущественные ведьмы. Они очень сильные. Мы должны поторопиться и разрушить их заклинания. Ух ты! Фея Леобелл взмахнула палочкой и забрала всех в замок. Когда они там оказались, то не могли поверить своим глазам. Старый замок исчез, а вместо него появился новый, зловещий. Моцарелла и Чеддер очень испугались. Внезапно перед замком появилась волшебница Зена вместе с Хеллой и Вегой. Вы пришли не в то место. Теперь у вас нет дома. И сейчас ты тоже исчезнешь. Каждая из злых ведьм начала стрелять волшебными лучами в Золушку. Леобелл испугалась и попыталась защитить принцессу своей палочкой. Но она была в меньшинстве. И ее магия скоро иссякла. Она почти проиграла битву. Фея даже больше не могла держать свою волшебную палочку в руках.
Золушка быстро подняла волшебную палочку и направила ее на ведьму. К счастью, свет от палочки мог остановить магические лучи. О, давай, Золушка! О, нет! Что же мы будем делать теперь? Но злые ведьмы не сдавались. На этот раз, чтобы победить Золушку, свою силу использовала Вега. Она подняла волну из недр земли, земля раскололась, и вода хлынула наружу. О нет! Как она могла так сделать? Ты никогда не сможешь победить меня! Когда вода была уже повсюду, произошло нечто неожиданное. Появился отец русалочки Арии, король Посейдон. Я получил твое письмо. Оставь Вегу мне. Посейдон взял свой трезубец и обернул воду против ведьм. Смойте волны, ведьм! Нет! Стой! Нет, только не это! Нет! Вега пыталась остановить воду, но не смогла. Посейдон снова направил свой трезубец на ведьм и превратил воду в лед. Так что ведьмы оказались в ловушке в гигантской ледяной глыбе. Лиабел увидела, что теперь может помочь. Она потянулась за своей палочкой, обернула цепь вокруг ледяной глыбы и повесила на ней большой замок. Затем Лиабел подняла глыбу и забросила на гору, куда никто и никогда не сможет взобраться. Наконец, ведьмы были побеждены. Спасибо, Посейдон! Посейдон вернулся в подводное царство. Добрая фея Лиабел уничтожила новый ужасный замок и вернула красивый замок Золушки на прежнее место. Принц Лео и Золушка были очень рады, что их замок вернулся. Спасибо, Лиабел! Какими бы злыми не были ведьмы, они никогда не смогут победить твою доброту. Я буду защищать тебя всегда, дорогая Золушка. Ведьмы получили по заслугам за свои злодеяния. Они оставались запертыми в ледяной глыбе на горе, пока солнце не растопило лед, и они не вернулись к жизни. Эта война не окончена, Лиабел и Золушка. Как только ведьма Рапунцель Камила присоединится к нам, вы попляшете. В стране принцессы Солнца, которая спала уже много лет, жила злая черная фея. Эта черная фея жила в своем темном замке с единственным другом, летучей мышью Блэки. Когда черная фея посмотрела на свое волшебное кольцо, она увидела, что спящую красавицу Солнце разбудил храбрый принц. Черная ведьма так разозлилась, что ее окружило зеленое пламя. Спокойно, черная ведьма. Сейчас не время впадать в ярость. Принцесса пожалеет, что открыла глаза. А в это время принц подарил принцессе белого коня. У этого единорога по имени Луна тоже были волшебные крылья. Принцесса сразу забралась на спину Луне и взлетела в небо. О, это так здорово! Выше, Луна! Еще выше! Видя, как счастлива принцесса, черная фея была в ярости. Спокойно, Ваше Величество! Ты очень сильная! Даже когда она была маленькой, черная фея причиняла зло другим добрым феям.
Одну из них она забрызгала грязью и потешалась над волосами другой. Твои волосы такие ужасные! Они выглядят, как рога оленя! Однажды, когда злым заклинанием она повредила крылья феи Гиацинт, фея Гиацинт тут же отправилась к королю и пожаловалась ему на черную фею. «Довольно, солдаты, отправить черную ведьму в самую дальнюю, тихую, дремучую часть леса!» Итак, черная фея проводила свои дни одна в глубине темного леса. Даже разноцветные цветы не цвели вокруг нее, и ни один зверь не приходил в этот отдаленный, заброшенный уголок леса. Каждый день она пыталась найти способ выбраться из этого леса, но черный лес был похож на лабиринт, и куда бы ни шла черная фея, она всегда возвращалась в одно и то же место. Когда она грустная бродила в одиночку, откуда ни возьмись, над ее головой появилась летучая мышь. Ты же ведьма, не так ли? Что ты делаешь одна в этой дремучей части леса? Король заточил меня сюда из-за того, что я обижала других фей. А как обижала, например? Он был вне себя от радости, услышав обо всем, что черная фея делала хорошим феям, потому что он верил в то, что зло – это величайшая сила. Если хочешь быть сильной, ты на верном пути, ведьма. Если возьмешь меня своим слугой, подарю тебе волшебные заклинания. Волшебные заклинания? Например, такие, которые могут меня отсюда вытащить? Да! Летучая мышь дал фее кольцо. Когда фея его надела, небо затянули темные тучи, и молния ударила в деревья. А из кольца послышался смех. Когда черная фея посмотрела сквозь кольцо, она увидела, какой сильной и могущественной она станет в будущем. И она приняла летучую мышь в качестве слуги. Годы шли. Черная фея, благодаря силе кольца, построила деревянный замок в этом заброшенном краю. А летучая мышь Блэки стал жить с ней в этом замке. Когда, глядя сквозь кольцо, фея узнала о том, что у короля с королевой появился ребенок, она пришла в ярость, узнав, что ее не пригласили, как других добрых фей. В тот день она дала себе обещание, что не перестанет творить зло принцессе. Блэки, я хочу, чтобы принцесса пожалела, что открыла глаза. У меня есть план, ваше величество. Блэки рассказал черной фее о своем плане во всех подробностях. Когда солнце село, а на небе засияли звезды, с помощью своего кольца черная фея явилась принцессе во сне. Просыпайся, принцесса. Все птицы ждут спасения. Ты должна помочь им. А? Что? А? Как? Что случилось с птицами? Черная фея рассказала о том, что все птицы в небе были под злым заклятием. Они были скованы сухими ветвями и не могли летать. Только ты можешь их спасти. Давай, просыпайся и беги в лес. Давай. Со страхом принцесса проснулась среди ночи и отправилась спасать птиц, никому ничего не сказав. Оказавшись в лесу, она и правда увидела птиц, скованных сухими ветвями огромного дерева. Она как раз собиралась взобраться на дерево, когда из дымки появилась черная фея. А-ха-ха-ха-ха! Ты! Ты принцесса из моего сна! Это ты сделала это с птицами? Но почему? Если ты не залезешь в дупло дерева, птицы больше никогда не будут петь и летать. Принцесса согласилась войти в дерево, чтобы спасти птиц. Но как только она вошла в дупло, ветви дерева стали расти и заковали принцессу. О! А!
черная фея, я сделала, что ты просила. Освободи птиц. Птиц? О, каких птиц? В этот момент все птицы исчезли. Видишь ли, ни птицы, ни звери не приходят в этот заброшенный лес, принцесса. Это все обман. Только ты останешься здесь навсегда одна. Принцесса не знала, как выбраться из предательской ловушки феи. Как она ни старалась, она не могла высвободиться из ветвей. Когда наступило утро, принц, который нигде не мог найти принцессу, очень нервничал. Увидев его состояние, белая лошадь Луна подошла к нему. Запрыгивай на меня, мы можем найти принцессу по запаху. На своих волшебных крыльях Луна полетела в загадочный лес. Почуяв принцессу, она немедленно спустилась на землю. Но тишина и тьма леса очень их напугали. Немного погодя, они увидели принцессу, закованную в дупле. Солнце! Принцесса! Не бойся, мы спасем тебя! О, мой принц! О, и Луна! Луна расправила свои волшебные крылья и осыпала дерево волшебной пылью. Сухие ветви с хрустом посыпались на землю одна за другой. И принцесса освободилась из плена. Ох, я думала, никогда отсюда не выберусь. Спасибо большое! Вместе с Луной принц и принцесса вернулись в королевство. Они оба знали, что настоящая сила не в зле, а у любви и дружбы. Но злая фея так и не признала поражения. Она по-прежнему строила планы, чтобы разрушать любовь и дружбу. Красная шапочка. В одном лесу жила маленькая девочка вместе со своей мамой. Девочка всегда носила красную шапочку, которую связала для нее бабушка. Поэтому все называли ее Красная шапочка. Однажды, в канун Нового года, Красная шапочка подошла к матушке, суетившейся на кухне, и сказала: «Мама, я так счастлива, что наступает Новый год! Может быть, бабушка присоединится к нам сегодня?» «Бабушка больна, моя дорогая, но я как раз готовлю для нее новогодние пирожки». «Могу я отнести эти пирожки бабушке?» «Нет, моя дорогая, на улице слишком холодно. Я схожу сама и скоро вернусь. Я соберу ей немного лечебных трав, чтобы она выздоровела как можно скорей». «Пожалуйста, мамочка, у тебя столько дел. Я добегу до бабушки и вернусь. Ты не успеешь и глазом моргнуть». «Ну хорошо, но одевайся потеплее». Девочка надела свои красные сапожки и красную шапочку, взяла корзинку с пирожками, которую приготовила для нее мама, и отправилась в путь. «Не сворачивай с тропинки! Возвращайся домой до темноты!» «Хорошо, мамочка!» В лесу было и правда холодно, и было море снега. Красная шапочка радостно шагала по зимнему пейзажу. В глубине леса она встретила молодого охотника. Он охотился на волка, который повадился воровать в деревенских домах еду и скот. «Никогда не думал, что буду праздновать Рождество в одиночестве. Но сегодня я поймаю тебя, злой волк. И от этого в новом году все станут гораздо счастливее». Волк держал в страхе всех фермеров. И в тот день он как раз выбрался за добычей. «Терпеть не могу эти снежные дни. Зимой невозможно найти еду». Тем временем Красная шапочка продолжала свой путь к бабушке, но вдруг увидела среди деревьев детеныша газели. Бедный малыш дрожал от холода. «Бедняжка, как тебе холодно!» Красная шапочка захотела помочь и двинулась вслед за газелью, но та, завидев девочку, убежала. «Подожди, не убежи!
убегай! Я не причиню тебе вреда! Я хочу помочь!» Маленькая красная шапочка убежала за газеленком глубоко в лес. Он был такой тонкий и быстрый, что скоро скрылся из виду. Красная шапочка еще какое-то время продолжала идти за ним, но вскоре поняла, что не сможет его найти. Тогда она оглянулась и увидела, что теперь была далеко от тропинки. Она никогда не бывала в этой части леса. А снег заполонил все вокруг и не давал возможности понять, где она находится. Она думала, что сможет найти обратную дорогу по своим следам. Но следы уже замело снегом. Красная шапочка поняла, что заблудилась, и горько заплакала. Как же мне теперь быть? Ау! Помогите! Помогите! Кто-нибудь слышит меня? Ау! Ау! Кто-то ее действительно услышал, но это был никто иной, как злой волк. Волк шел на голос и вскоре увидел маленькую красную шапочку. Он подошел к ней ближе. Увидев волка перед собой, красная шапочка ужасно испугалась и закричала. «Помогите! Здесь волк! Кто-нибудь, помогите! Помогите!» «Не кричи, не кричи. Я не собираюсь обидеть тебя. Я услышал твой голос и пришел помочь». Красная шапочка поверила волку и перестала кричать. «А теперь скажи мне, что такая маленькая девочка делает в лесу совсем одна?» «Я несла пирожки своей больной бабушке и заблудилась». «Оу, я никогда не видел здесь людей. И где же живет твоя больная бабушка?» Маленькая красная шапочка не хотела рассказывать волку о том, где жила ее бабушка. Она все еще сомневалась в том, желает ли ей волк добра. «Я не могу найти бабушкин домик, находясь здесь. Если бы вы могли проводить меня обратно до лесной тропинки, я бы нашла дорогу». «Что ж, тогда просто следуй за мной». Волк отправился вперед, а красная шапочка последовала за ним. Надо ли говорить о том, что у волка был коварный план? «Как только мы окажемся на тропинке, девочка покажет мне, где живет ее бабушка. Тогда я сначала съем ее, а затем съем ее бабушку. Вот это я называю новогодним торжеством». Вскоре красная шапочка и волк добрались до тропинки. «Ну вот мы и пришли. Теперь ты вспомнила, где дом твоей бабушки?» Все, о чем теперь мечтала красная шапочка, так это о том, чтобы избавиться от волка и поскорее добраться до своей бабушки. «Спасибо. Теперь я легко найду дорогу. Это не так далеко. Это красный домик на опушке леса». Как раз в этот миг красная шапочка поняла, что совершила большую ошибку. Но было слишком поздно. «Оу, правда?» Волк открыл свою пасть и направился к красной шапочке, чтобы съесть ее. Но тут он услышал выстрел и в страхе убежал. Красная шапочка была спасена и со всех ног бросилась к домику бабушки. Тем временем охотник, который продолжал искать волка, увидел его следы на снегу. «Я знаю, что ты где-то здесь. Я найду тебя». После своего холодящего душу приключения, красная шапочка наконец оказалась у домика бабушки. Она постучала в дверь и услышала голос бабушки.
Дверь открыта, моя дорогая. Входи. Красная Шапочка была немного удивлена. Голос у бабушки был странный. Этот голос не похож на бабушкин. Наверное, это потому, что бабушка простудилась. Красная Шапочка открыла дверь и вошла. Все шторы были закрыты. В темной комнате лежала бабушка, закутавшаяся в одеяло. Спасибо большое, что пришла, милая. Что же ты принесла мне? Мама приготовила удивительные пирожки. Она сказала, что ты не сможешь присоединиться к нам в праздник, поэтому я пришла навестить тебя. Ты поступила хорошо, моя девочка. Подойди же ко мне поближе, чтобы я могла разглядеть тебя. Красная Шапочка подошла к кровати бабушки, но у нее появилось плохое предчувствие. Ближе, дорогая, еще ближе. Красная Шапочка подошла еще ближе к бабушкиной кровати. Бабушка выглядела очень странно. Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше слышать тебя. А почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше видеть тебя. А почему у тебя такие большие руки? Это чтобы лучше обнимать тебя. А почему у тебя такие острые зубы? А это чтобы лучше съесть тебя. Вдруг из бабушкиной кровати выскочил волк и бросился прямо на Красную Шапочку. Помогите! Помогите! Вернись же, ты не убежишь от меня. Красная Шапочка выскочила из домика бабушки и побежала прочь. Но волк был быстр, он не отставал. Как раз в тот миг, когда уже собирался наброситься на девочку, волк почувствовал, что его нога в чем-то застряла. И тут же он оказался подвешенным на дереве. Когда Красная Шапочка остановилась и оглянулась, она увидела, что волк попал в ловушку. Она подошла к нему. «Скажи, злой волк, где моя бабушка? И что ты с ней сделал? Скажи мне!» «Он ничего не смог с ней сделать, не беспокойся!» Красная Шапочка обернулась и увидела охотника, который как раз подошел к волку. «С твоей бабушкой все хорошо. Она отдыхает в моей хижине. Когда я услышал, что твоя бабушка больна, я отправил ее в свою лачугу, чтобы защитить от волка. И я приготовил ловушку для волка. К счастью, мы поймали его до того, как он мог бы причинить тебе вред». «Плохой волк! Он проник в дом моей бабушки, нарядился в ее одежду и пытался поймать меня. Но я чувствовала, что происходит что-то странное». «Что ж, пойдем к твоей бабушке. А что до волка, мы подержим его здесь в новогоднюю ночь. Я позабочусь о нем завтра». Охотник и Красная Шапочка отправились к хижине. А волк кричал им вслед. «Эй, стойте! Не оставляйте меня здесь одного!» Был уже вечер. Красная Шапочка, бабушка и охотник добрались до дома Красной Шапочки. Мама ожидала девочку на пороге с беспокойством и была очень счастлива увидеть ее живой и невредимой. «Моя дорогая доченька, где ты была? Мама, ты здесь? Скажите мне, что случилось?» «Я расскажу тебе все, мама, но прежде я хочу извиниться. Я не послушалась тебя и свернула с тропинки в лес. Ты не поверишь, что случилось потом. Я никогда больше не ослушаюсь тебя». Красная Шапочка, ее мама, бабушка и охотник провели этот Новый год вместе. Они ели вкусные блюда, танцевали и радовались празднику. Ну а для волка это был худший Новый год в его жизни. Что ж, поделом.